заметили, да, как Discord стал работать? Типа, после последней обновы, допустим, рыгаешь, кашляешь, у тебя микрофон на это не срабатывает, не активируется голос. А говоришь даже негромко, он срабатывает. Как они это делают, да? Просто я офигел. У тебя голос как в любой тебе. Ну-ка, рыгни. Да я знаешь, сколько раз рыгнал, пока мы вот с вами говорили? Я просто смотрю на свою иконку, типа, в Дискорде. Она не делается, когда... У тебя некоторые слова, он тоже как-то не реагирует на твои слова, потому что он считает, что он как-то рыганул или пернул. Ну, может быть, может быть. Блевотный голос как-то считает. Ну, не всегда, да? Да, изредка. Ну, да, бывает. Не, ну, Серег, может, он реально блевотный, откуда я знаю? Дискорд туда виднее, правильно? Я знаю, я тебе говорю. А, ты уверенно говоришь, да? Ну хорошо, а лысина красивая? Своего рода, бля. Ну вот видишь. Ну, у Стэтхэма красивее, бля. Ну, у Стэтхэма лучше, чем у Путина даже, чё тут говорить. Остатки, бля, лысины, ёбаные. А у Стэтхэма свежая, да? Не, вот у Ленина была шевелюра, ну, она бля. Есть? Да, кстати, есть. Блядь, наркоманы. Вот наркоманы, блядь. Есть рюкзак, пацаны? Да, они растут. Ногти растут, они же подстригают каждый день ногти. Самый прикол, что на очки, оказывается, растут. Само сильно. Ногти? Да, ногти. Очковые ногти. Честно, да, вот да. Для очка очень сильно нужны, да, вещи. Пользу, да, имеют, как... конечно. Ты внутри раз и почесал. Капец, да, удобно. Честно, ну, это видишь. Хорошая вещь. Согласен. Продуманная. Нужно, нужно. Ну. Единственная вещь, которая нужна. Единственная. Моя. В жизни. Единственная, кто эту песню поет. Его. Она уже. Угу. Вес, не его. А кто это? Я просто не шарю. А, это она поет? Нет, это поет. Кто это поет? А-а-а. Пугачев. Да ему тоже въезд, он же это. Голым там на вечеринку сходил, блядь. А ему же ничего не запретили вроде. Типа его. Ну он извинялся. Машина. Стреляй! О. Так, пацаны, пожалуйста. Вот сейчас, пожалуйста, серьезно ответьте. Ace или Берил, что лучше? Мне Берил больше нравится. Берил лучше, но Ace контролится лучше. Короче, да, там. О, бля. Но по урону, по скорострельности Берил лучше. Где сложный выбор? Бери и обязательно ставь этот голографический терминатор головой. Да? И опять же контроль, блядь, лучше, да, это тебе, блядь, специалист. М24 отметил. 2х попробую. Ну надо попробовать. Глянь этот стрим. Посмотри качество видео. А ты ссылку куда кинешь? Ну, ты не подписан на канал. Подписан? Ну просто там же этот, у меня типа другие. Просто Сергей Жуков. У тебя так подписано? На английском. Ну-ка, давай проверим. Пока что-то грузится. А ты прям большой, не обязательно же ставить. У меня, блядь, интернет грузится мобильный. Нет, не открылся. Нету.
Не открылся, Серега? Сейчас. Попробуй еще раз, кинь ссылку, я перезайду в этот. Не со своего аккаунта, а просто. Можешь. Тормозит просто. Ну, может быть, может. Так, 6x надо кому? Ну, не... Вы все молчите, бля. Всегда, да? Да. Ну, да, бывает. Не, ну... Так, я что-то завис. У меня был потери пакетов, но сейчас норм стало. Не, ну, Серег, может, он реально... Удивительно, что с нами никто не прыгнул, бля.